Уважаемые граждане Республики Молдова, сегодня я стою перед вами не как кандидат в президенты, а как человек, который всю жизнь боролся за правду и за справедливость. У меня задача не просто победить действующего президента. Моя главная цель и наша общая цель – поломать и разрушить полностью систему, которую Молдову уничтожает последние 33 года. Я выдвигаюсь кандидатом в президенты Республики Молдова, осознавая прекрасно, что Молдова может быть спасена только через диктатуру порядка в интересах государства и диктатуру ответственности перед гражданами. Меня не контролируют ни на Западе, ни на Востоке. Я человек, который сделал себя сам. Я прошел через все и знаю, каково это начинать с нуля и как добиться успеха. Я не был, не являюсь и никогда не буду являться марионеткой внешних сил. Я человек, который будет работать исключительно в интересах граждан нашей страны и в интересах Республики Молдова. Мы должны решительно, твердо идти вперед с высоко поднятой головой, и мы обязательно добьемся всех тех перемен и обещаний, которые делали политики в течение 30 лет и их не выполнили, а наша задача их реализовать. И я уверен, что мы реализуем.